Закон о контрактной системе госзакупок для государственных и муниципальных нужд, который вступает в силу с января, позволит бороться с коррупцией и сэкономить немалые средства. Об этом говорилось на сегодняшней встрече Дмитрия Медведева с участниками экспертного совета при правительстве. По новым правилам госзакупки должны стать предельно прозрачными. Теперь при заключении договоров на сумму от 1 000 000 000 рублей на федеральном уровне и от 100 миллионов на региональном будет публиковаться информация о бенефициарах, то есть выгодоприобретателей, и другие необходимые сведения. Важно не только заниматься повышением эффективности бюджетных расходов, но и решением других задач, которые так или иначе косвенно или прямо связаны с системой государственных закупок, что может быть отдельной задачей. Это задача сокращения коррупции, потому что в системе государственных услуг это явление, к сожалению, развито повсеместно, и масштабы его очень велики. Об этом все знают. Это притча во языцах.